Попробуй не называть то же самое, что и я. Короче, суть игры. Из любой категории я называю слово, и это слово не должно совпасть с вашим. Если вы назовете такое же слово, как у меня, то вы выбываете из игры. Очень интересный тренд, я очень хочу его попробовать сыграть, поэтому давайте начнем. Первая категория довольно легкая и банальная. Это цвет. Я вам даю 3 секунды, чтобы вы называли цвет, и после этого назову его я. Красный. Если вы тоже назвали красный, то, к сожалению, вы выбываете из игры. Следующая категория, похожа на предыдущую, это цифры. А вы должны будете называть цифру от 0 до 10, любую рандомную. Считаю до 3. 8. Если, опять же, вы назвали такую же цифру, как и я, то вы выбываете. Следующая категория — напиток. Вообще любой абсолютно напиток вы можете назвать. Считаю до 3. Кока-кола у меня. Категория животные. Тут будет уже полегче, мне кажется. Животных очень много. Ну, как и напитков, в принципе. Даю 3 секунды. У меня это кот. Вот. Ну и давайте последняя категория. Это вкус чипсов Лейс. Даю 3 секунды. У меня это крабовые. Что я могу сказать? Если ваши слова не совпали с моими, то поздравляю, вы победили. Мне кажется, категории были достаточно легкие. И мне складывается мнение, что многие выиграли. Поэтому, если что, пишите в комментариях. Мне интересно будет почитать. Если что, могу сделать вторую часть.